Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство HTC U12+, и сейчас я покажу вам, как поменять язык системы. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Язык и клавиатура». Далее выбираем «Языки». Здесь мы нажимаем «Добавить язык». Ищем нужный нам язык. Выбираем регион, нажимаем ОК. Таким образом мы добавили русский язык, поменяли наше устройство на другой язык. И если у вас есть добавленные языки здесь, вам нужно их перетаскивать вверх для того, чтобы поменять язык устройства. Вот, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.